Дорогие приятели, шановное товариство, сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать решительное «да». Да европейскому будущему Молдовы. Большинство многонационального народа Молдовы поддерживает европейскую интеграцию. И я, как молдаванин украинского происхождения, подтверждаю это. Мы сделали свой выбор в 2009-2010 году, и нам есть что сказать людям, и есть чем гордиться. О достижениях уже говорили сегодня. Отмечу главное. Мы, либерал-демократы, не только возглавили, но и составили костяк всех трех проевропейских правительств. Именно мы, Пеледиме, внесли решающий вклад в достижение безвизового режима со странами Европейского Союза. А это означает, что мы сегодня можем свободно ездить в Европу, учиться там, получать знания в самых престижных европейских университетах. Именно мы, либерал-демократы, внесли решающий вклад в подписание важнейших документов, договора об ассоциации с ЕС, который позволил сегодня Молдову реформировать экономику и государственные институты в соответствии с передовыми европейскими стандартами. А это, в свою очередь, приведет к повышению уровня жизни в нашей стране. Мы, либерал-демократы, инициировали и претворяем в жизнь реформу образования, для того, чтобы наша молодежь могла получать самые современные знания и была подготовлена конкурировать на равных на мировом рынке труда. Уже сейчас многие наши молодые специалисты трудятся в многонациональных фирмах, как в стране, так и за рубежом, и получают достойные зарплаты. Но многое еще предстоит сделать. И чтобы продолжить этот путь, путь цивилизации и прогресса, мы должны смотреть в будущее и не оглядываться постоянно в прошлое. А для этого нам необходимо закрепить успех, достигнутый нами на выборах 2009-2010 годах. Я абсолютно уверен, что Пеледиме не только повторит успех, а получит еще лучший результат на предстоящих выборах в ноябре. Как украинец, хотелось бы особо остановиться на ситуации в соседней стране. Украина сегодня – это кровоточащая рана в самом центре Европы. Там ежедневно и ежечасно гибнут люди, а гибель невинных людей нельзя ничем оправдать. Мы знаем, что эта война в Украине была спровоцирована в ответ на европейский выбор украинского народа. Напомню, что мы единственная партия в Молдове, которая не только словом, но и делом поддержала европейский выбор украинского народа. Наш председатель Влад Филат – единственный политик, который был на Майдане и выразил безоговорочную поддержку евроинтеграционному курсу Украины. А правительство Юрия Лянки оказало финансовую помощь разграбленной экономике Украины. Не дай бог, чтобы подобное случилось и у нас в Молдове. Чтобы этого не случилось, мы должны очень настойчиво и последовательно объяснять людям все те преимущества, которые нам дает европейская интеграция сегодня. Сегодня вы не найдете в Молдове села, где бы не была бы, был бы не внедрен хотя бы один проект на европейские деньги. Это ремонт дорог, школ, детских садиков, это обеспечение водой и канализацией, это энергосберегающие технологии, это строительство социальной инфраструктуры. Одним словом, это европейская Молдова. Но продолжение европейского не пути невозможно без нашей победы, победы Пеледиме, самой большой проевропейской партии. Поэтому мы просто обязаны победить на выборах. И я не сомневаюсь, что мы победим. Мы выбрали сознательный европейский путь, и никакая ложь или угроза, от кого бы они ни исходили, не способны свернуть нас с этого пути. Поэтому наше направление только вперед. Вперед, Молдова! И наинте, Молдова! И наинте, Пеледиме!